Всем привет, с вами Писмейкер, и сзади идет Эдисон. Всем привет. Да. И у меня для вас замечательные новости. После того, как я немного пообщался с администрацией Black Dragon, они выслушали мою идею, и теперь вы можете даже не только попасть на мою стену славы, когда вы догадываете покемонов, а также вы можете играть с нами. Да, на этом сервере. Да. Все, что вам нужно для этого сделать, это зайти по ссылочке в описании. Там будет регистрация на Black Dragon. И потом, наверное, сделаем две ссылки. Отдельно сайт и отдельно там, где они... Да. Ну да, связь с... Вы можете приобрести премиум аккаунт, потому что мы играем на премиум сервере, который специально для нас сделали. И зайти. Тут, к сожалению, только 50 человек будет, да? Ну это на первое время, потом... Может... Потом посмотрим, да, потому да. Что, поверьте мне, пиксельмоны, даже мы сейчас бегаем, они очень сильно тормозят, даже полеты и так далее. Что есть на этом премиум сервере? Во-первых, есть кастом NPC, которые пока что без текстур, потому что мы сейчас зашли немного во время работ технически, да, скажем вот. Так. Маргарита... Маргарет Стив. Меня интересует другое. Где тут сестра... Джей... Сестра Стив? Да, сестра Стив. Да. Не знаю, сейчас посмотрю. Вот, йоу. Нашел? Да, сзади. Слева. За твоим клоном. Вот тут вот. Да, как видим, еще пока что все в работе. Легендарный, по-моему, спаун их обычный будет, наверное, стоять. Именно количество, сколько ей будет появляться. Также есть магазин, если вам западло что-либо там играть, то вы можете купить, например, легендарного или шайни, по-моему, в магазине. Да? Да. Я не ошибаюсь, если... да, также, как видим, вся техника есть на спавне, то есть это будет достаточно вам удобно, если вы не хотите себе строить базу. Играем мы вообще сервак весь не в Adventure моде, а в Survival. То есть, если вы отойдете дальше от спавна, то там вы можете строить себе свою базу где-нибудь и так далее и тому подобное. И также вы можете наткнуться на нашу базу. Да. Которую мы будем стараться прятать всяческим образом координаты. А она близко, на самом деле. Ну да. Я не так далеко улетел. Что еще такое я хотел сказать по поводу всего этого? То, что Custom NPC, всякие будут вот эти вот... PvP отключено. Также автоагр всех покемонов. То есть, если вы хотите с кем-нибудь сражаться, или договаривайтесь с ними в чате, или же кидайте покебол в моба. Дикого покемона, в смысле. Твой клон плавает в бассейне. Да, я видел. Да. Так, PvP отключено. Также есть, естественно, всяческие плагины на защиту, от лагов, то, что вот эта вот очистка идет и так далее. В общем, заходите, думаю, будет весело. Опять же, мы не будем постоянно на нем играть, то есть в течение, в смысле, всех просто сутки напролет. Ну, так... если вы имеете желание с нами вообще поиграть, то... Да, также мы будем проводить битвы. С подписчиками, да. Таким образом, то есть вы можете, мы можем эти прекрасные моменты, скажем так, собраться, где-нибудь построить тут рядом со спавном этот зал спортивный, арену, да. Да, арену, и там будет проводиться состязание. Так что будет весело, опять же, ссылочки в описании на это есть, заходите, опять, но вы можете также просто играть бесплатно, там есть другие серваки, но мы будем играть на премиуме. На этом, да. Да. Ладно, все. Думаю, на этом уже все, хватит, да. Заканчиваем, да. С вами был Писмейкер Эдисон, заходите на этот сайтик замечательный, регистрируйтесь, играйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. Всем пока! Пока!